А как ты их получил, расскажи. Какие они классные, брат. И ты реально мне их сольёшь? Смотри, анимация какая. Ты реально мне их сольёшь? Ау! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет очень необычное видео, потому что в этом видео я вам покажу нечто нереальное, я вам обещаю, это не кликбейт, это не обман, это просто полнейший разрыв башки, то, что будет в этом видео, вас повернет в шок, поэтому, ребята, если вы стоите, лучше присядьте, также, прямо сначала данный видеоролик, прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал, и просто, ребята, поехали, потому что прямо сегодня мне написали то, что мне хотят слиточки, вначале я подумал, то, что это рофл. Но что было дальше, смотрите сами. Ну что же, ребята, я его уже добавил в лобби, и я его набираю в дискорде. Так, гасики. Ну что, братишка, поздоровайся! Здорово, здорово. Братан, такой вопрос тебе. Это правда, то, что у тебя есть новые тычки? Ну, конечно. Давай так, давай сразу к пруфам. Можешь ли ты прямо сейчас выставить новые тычки за 800 косарей голды, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Прямо сейчас, можешь? Вообще без проблем, смотри. Так. Лол! У тебя реально есть новые тычки? Да, а как ты их получил, расскажи. Короче, я играл в ММ, закончилась катка, и они мне за удачу тупо дропнулись. Обалдеть, братан! И ты реально хочешь мне их подарить? Ну смотри, просто так не могу. Если ты меня выиграешь в дуэли, я тебе без проблем их подарю. Подожди, а ты хорошо играешь? Ну, неплохо, да. Ну, блин, ну давай, я согласен. Если ты проигрываешь, то ты мне даешь свой аккаунт, логин и пароль. Чего? У меня очень дорогой аккаунт! Блин, это трындец! Но ты обещаешь прямо сейчас на видео то, что ты не обманываешь? Да, обещаю, даю слово, пацан. А сможешь ты еще в игре показать? Да. Все, давай, базара зира, я согласен. 5 minutes later. Я очень надеюсь, что ты не очередной школьник, который меня обманывает. Но ты же точно не обманщик? Скажи мне честно. Нет, я тебе сейчас их покажу. Брат, а почему ты вообще решил их показать именно мне? Я просто, я в шоке. Почему ты их решил подарить именно мне, показать именно мне? Почему ты написал именно мне? Потому что ты мой любимый ютубер, люблю смотреть твои стримы, обожаю просто. Чего? У тебя реально есть очки? Ты их выставил на рынок? Ты показал мне их в игре? Я просто не верю своим глазам! Какие они классные, брат! И ты реально мне их сольёшь? Смотри, анимация какая. Ты, ты реально мне их сольёшь? Вау! Да. Ладно, братан, погнали, родной, или я буду потеть. Кен, стой, еще одно правило. Я сейчас без ДС, мне так удобнее. Только без смотри, проблем. Если ты проигрываешь, ты мне отдаешь свой аккаунт. Братан, мы договорились. Я тебе даю слово мужика! Если я проигрываю, я тебе отдаю мой аккаунт. Фух, я тоже снимаю все это, потому... Пацаны, поддержите меня в чате, напишите Кентуха, тыщи! Это дуэль на новые тычки! Все, братух, давай, отключайся. Я тебе желаю удачи, пусть победит сильнейший. Блин, ребята, честно говоря, я очень сильно переживаю, потому что это самая важная дуэль в моей жизни. Я играл много дуэлей, но это дуэль на новые тычки Хармони! Блин, ребята, я буду максимально по брейну, максимально не топаю! Ничего себе, он играет! Ой-ой-ой. А он потный типуля. Но я по нему тоже пару раз попал. Ребята, играем чисто на брейне, потому что... На кону! Отстань! Ой-ой-ой! И знаете, что самое обидное? У него нету ни одного скина, да? Ну, вы видели, у него там какой-то G2 странный. Ну, его просто за удачу выпали новые тычки. Это обычный школьник раньше был, да? У которого инвентарь был 3 голды. Но теперь ему выпали тычки, и его инвентарь стоит примерно 1 миллион голды. Ребята, просто прожмите за это лайк. Все, максимально по брейну. Не топаем, потому что если я проиграю, я буду должен отдать свой аккаунт. О, хорошо-то как попал. Прошло. Так, сладенький, сладенький. Да! Как? Да как? Да просто да как? Мне кажется, я просто сижу на слишком дефолтных позициях. Вот давайте немножко по брейну, немножко закрысим. Да, может быть, не совсем красиво, но тем не менее, ребят, на кануточке Хармони, вы чё? Это еще мне повезло, то, что он согласился на закладочку, да? Если мы играли не в закладку в ММ, то мне было бы полная попа. Сюда, братик, выходи! Я тебя проделал, я тебя побью. Просто представьте, ребята, какой же это будет контент, насколько же это будет круто, если я реально смогу получить новые тычки! Нет, да! Кого больше яйки? У Кента больше яйки! Yes!
По брейну делаем вот так. Опа, пупсик, получай. Опа, пупсик, получай. И опа, пупсик, получай. Все, ребята, все просто идеальненько. Тут мы никого не видим. Максимально тихонечко проходим. Кстати, да, еще одно важное объявление, то, что на этом аккаунте у меня 51 тысяча голды. То есть на этом аккаунте мне не хватит на тычки. Поэтому я специально зайду на мой основной аккаунт. И если я выиграю тычки, то я куплю тычки именно на мой основной аккаунт. Потому что на нем 200 тысяч голды там точно хватит. Надеюсь, он не стрим-снайпер. Не, ну блин, ну тут он меня просто перехитрил и уничтожил. Ага, давай, давай. Ну давай, ну выйди, ну выйди. Брат, выйди. Ну блин! Опытный брат, ешь. Ну попытка были. Ну пока что радоваться рано, потому что он все равно меня побеждает. Вот тут. Он. Так где ты? Бля, он хорошо играет, очень хорошо играет. Это прям пот и пуля. А что такое? Братан! А что такое? Ты думал, я тут-то, да? А я тебе тупо взял, перехитрил, обыграл и уничтожил 3-3, да! Взял, и он победил. И просто представьте, у него нету ни одного дорогого скина. Зато у него есть тычки. Ну кого ты простреливаешь? Кого ты простреливаешь? Блин, новые тычки. Представьте, эти тычки есть только у ТикТака и, возможно, будут еще и у меня. Блин, как же это будет круто. Ну, или у меня будет минус аккаунт, и мужик, или кто-то, выходи. 4-4, это была самая большая ошибка в твоей жизни. Тупо 300 IQ просто возьму его и обойду через Тёмочку. Никого нема. Ой-ой-ой-ой-ой. Мой ты персик. Он, я увидел. Он меня не видел, да! 5-4, да! Мы это сделали. Еще буквально 3 раунда и тычки будут мои. Блин, пацаны, я не знаю, у меня чучки надо брать авик. Не-не-не, чучки, что СМ-16 не залетит, я сейчас возьму авик. И как настоящий мужик, чисто один патрон, один типуля. Все, погнали. Я говорил! Это было очень жестко, У него дробаш, у него нет денег на закуп. Это очень даже хорошо. Надо по максимуму забирать раундов. Просто по максимуму. Хаешечки, дымухи, все покупаем. Фух, мне повезло, что этот подписчик не жесткий кибер, иначе мне было полный поп. Так, брат, получай хаешечку. Опа, а тут Я попал! Самое обидное, я же реально по нему попал. Это всего лишь аккаунт, который стоит $1000 как минимум. И если я его проиграю, это будет просто плюс стиль. Так, пацаны, смотри, что мы делаем. У меня есть хаешечка, и давайте по брейну попробуем прям в него попасть. Мне кажется, где-то сидит там в доме. Я вот делаю так, оп. Все, ништяк. Он играет дуэльно 130 тысяч голды. И он даже не думает о том, чтобы начать шифтить. Чувак, ты че? 7-5. Так, ребят, это последний раунд. Честно говоря, если это была бы обычная дуэль, я бы взял авик. Но учитывая то, что это дуэль на тычки Harmony, которых всего лишь пока что одни в игре, только у ТикТака, то я точно не буду ими налево-направо разбрасываться. Я буду вот максимально аккуратненько, максимально крысить, максимально по брейну. Да, возможно, вы напишите в комментариях Кента ПК, но ты, конечно, и Кристенштейн. Но, ребята... Говорится, в зарубе все методы хороши. А если это заруба на новые тычки, тут, ребят... Мать моя женщина. Один долбанный раунд. И тычки мои. Так, смотри, что мы делаем. Мы делаем вот так. И вот так. Все, я думаю, это будет максимально по брейну. Не попади. Да! Новые тычки! Да! Мы это сделали! Все, ребята, я сейчас захожу свой телефон на мой основной аккаунт, там где 200 тысяч голды. Ставлю запрос на покупку, и он сливает, он пообещал. Алло, братан! Я не в шоке. Брат, ты тут? Ты не сильно в тельте, родной? Ну, если честно, расстроился. Брат! Ты будешь в истории. Все в комментариях напишут, ты топ. Ребята, давайте все напишем шалю в соло. У него ник такой, шалю в соло топ. 5 minutes later. Да, ставь закуп. Сейчас ставлю. Только я тебя солью по фулу. По фулу? Я думал, с 0.3. Ты пойми, они очень дорого стоят, поэтому давай хотя бы за 131 тысячу солью. Знаешь что? Вот если бы это был бы какой-то Керамбит Голд или какой-то Авик ТХ, я бы отказался. Но учитывая то, что это новые эксклюзивные тычки, да! Я согласен. 5 minutes later. Быстрее, снимай, брат, снимай! Слил! Он слил! Просто, пацаны, я захожу на второй аккаунт. Надеюсь, вы готовы? Так,
Так, да, вот они, тычки Хармони, да! Просто, ребята, прожмите за это лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. 3, 2, 1. Ау! Это не сон, это настоящие тычки Хармони. Да, 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 да. Это те самые эксклюзивные тычки с Nameless коллекции, теперь они мои. Я в это просто не верю. Я просто в это не верю, меня ебанули. Да. Прожмите лайк за это видео и подпишитесь на мой канал, потому что это просто нереально крутое видео. Также, ребята, в честь того, что мы такой большой праздник, я вам хотел бы подарить 10 тысяч голды. И чтобы совершенно бесплатно получить 10 косарей голды, вам надо прямо в эту секунду прожать лайк, подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий. И самое главное, подпишись на мой телеграмчик. Ссылочки есть в описании, потому что именно в телеграмчике я разыграю вам 10 косарей голды. Всем пока!